Мої вітання глядачам. Мене звати Юлія Бублик, і я маю для вас цікаву інформацію. 22 березня, після Дня весняного рівнодення, у світі починається тиждень ДОУЛ. Таким чином привертається увага до підтримки жінок і допомоги, яку вони можуть отримати у вагітності, пологах і після народження дитини. Після довгої зими важливо відчути тепло – фізичне і душевне, бо жінка при надії вразлива і часто буває тривожною. Сьогодні маю нагоду представити вам справжню ДОУЛу, яка допоможе відігнати зайві страхи. Отже, вітаю мою гостю. Це Тетяна Корнієнко, перинатальний психолог, спеціаліст з адаптації сім'ї у післяпологовому періоді. Здравствуйте, Тетяна. Здравствуйте, Юля. Очень рада встрече. И я рада. Расскажите, пожалуйста, все-таки самый распространенный вопрос, кто же такая доула, чем она занимается? Понятие доула внедрено в 1911 году. Значит, доула в переводе с греческого – рабыня, служанка. И задача ее – обеспечить женщине максимальный комфорт в важный для женщины период. Ну, то, как мы занимаемся перинатальным периодом, а это значит окружающие роды, то есть это время беременности, родов и ранний послеродовый период, то, безусловно, доула занимается этой деятельностью, всем, что необходимо женщине в беременности, в подготовке к родам, непосредственно в роддоме и сразу после родов. Расскажите о неделе доул, что делают женщины по всему миру, что делают доулы именно в эту неделю? Вы правильно сказали, доулы решили организовать такую целую доульскую неделю, это всемирное предложение. И наш город, наша страна, многие города в Украине включены в эту деятельность. Доульская неделя начинается 22 марта, посвящена на весеннему равноденствию. И в этот день идет ожидание раскрытия из холода в тепло, из зажатого в расслабленное, из скомканного, сжатого, смятого в нежное, эластичное, мягкое, пластичное свершение женского начала и рождение чего-то нового. Ожидается плодородие. И в начале плодоносящего периода идут встречи с женщинами, с образовательными какими-то занятиями, практиками, обменом опытом и внедрением своих идей на уровне государства. В нашей стране так точно. Расскажите, кстати, как вот в нашей стране обстоит с этим дело? Насколько распространена помощь доул женщинам? В каких городах, возможно, какие помогают девушкам? Я даже приготовила данные Всемирной организации здравоохранения, исходя из рандомизированных исследований. Можно сказать о том, что 50% кесаревых сечений уменьшилось только потому, что в роды вошла такая помощница, которая называется доула. Благодаря доулам и помощницам в родах на 25% уменьшилась продолжительность родов, на 40% уменьшилась потребность стимуляции и медикаментозном вмешательстве в роды, на 60% уменьшилась потребность в эпидуральной анестезии, это обезболивание в родах, на 30% в медикаментозном обезболивании, собственно, и меньше 1% женщин недовольны своими родами. То есть уровень осознания своей ответственности, своей важности в своих собственных родах очень вырос и растет благодаря поддержке доулы. Но немногие знают вообще это слово. Насколько распространено именно вот у нас в городе помощь доул? Много ли их? Где их найти можно? У них, может быть, есть какой-то график работы, какой-то, не знаю, центр помощи женщинам? У нас в городе есть минимум 4 центра, в которых готовятся, женщины готовятся к родам. У нас есть самостоятельно работающие доулы. В каждом центре есть своя программа, которую мы предлагаем. Я работаю в центре АИСТ, являюсь его учредителем, являюсь ведущим специалистом этого центра. Безусловно, люблю свою работу и предлагаю приходить в наш центр, заниматься, готовиться к родам. Задача центра – подготовить женщину к родам таким образом, чтобы она отвечала сама за свои роды, несла ответственность за свои решения, справилась со своими сложностями. А задача доулы в родах – оказать ей максимальную поддержку, быть рядом, помочь эмоционально и физически. Доула ни в коем случае не назначает, не отменяет медицинские предписания. Доула не является ни акушеркой, ни доктором. Доула, в принципе, может не иметь медобразования. И в этом может быть ее ценность. Очень хорошо, если доула сама мама,
если она имеет практический опыт своих собственных родов, родила хорошо своих собственных детей и готова этим делиться. Расскажите, насколько популярен вообще вот этот вид услуг и как часто обращаются женщины? Достаточно часто обращаются. В последнее время стало модным готовиться к родам, и это хорошо, потому что очень выгодно иметь здоровых детей. А вы говорили насчет того, что доула может не иметь медицинского образования. Да. А как врачи относятся к этой профессии? Насколько поощряют желание женщины, чтобы доула сопровождала ее, или как? Вы знаете, Юль, сейчас у нас таковы сложности. Есть опасения и мифы, что доула и доктор равноценно влияют на женщину, и чаще всего опасность возникает со стороны медицины. Доула не является медицинским представителем, доула не имеет медицинского образования, доула помогает женщине в ее переживаниях, в ее физическом состоянии, она помогает ей сориентироваться и в том, что она уже прошла, в том опыте, который она получила. Она научилась на курсах дышать, двигаться, получать помощь партнера. И доула является таким партнером или помогает ее партнеру, мужу в данном случае, правильно, качественно справиться с нужной, со сложившейся ситуацией в родах. То есть это больше, наверное, моральная поддержка такая, да? Да, да. Угу. Моральная и, возможно, физическая. Хотя в большинстве стран мира приветствуется доула, которая не прикасается к женщине. Очень интересно, что доула, сидящая в сторонке, наблюдающая процесс родов и своим состоянием помогающая женщине, намного более эффективно проникает к женщине в ее понимание себя. И как долго доула может сопровождать вот женщину во время беременность, да, роды и послеродовой период? Как долго она остается с семьей? Все то время, сколько женщина находится в родах, плюс то время, пока женщина адаптируется к себе, к самой себе и к малышу. Доула может напомнить, как приложить ребенка к груди. Доула может помочь переместиться с места на место. В задачах доулы может входить еще помощь в обустройстве места. Мы подсказываем, как женщине удобнее, уютнее расположиться, чтобы и поесть, попить, и накормить ребенка, и помочь самой себе в новом уже состоянии тела и души. А изначально как женщина может выбрать себе доулу? Это по каким-то, по интересам или как? Для начала надо понимать, что у женщины должен быть в принципе выбор, возможность выбора. Есть города, в которых нет возможности выбирать такую профессию, такую женщину, помощницу. Много-много городов. Я бы лучше назвала города, в которых есть доульская поддержка. К нам в Днепропетровск приезжают с других городов женщины и даже стран ближнего зарубежья, чтобы подготовиться к родам. И не остаются рожать здесь? Остаются, рожают, уезжают в свои города. У меня есть много личных таких примеров, когда лично ко мне приезжали женщины готовиться с других городов и даже стран. И сейчас я жду, в апреле должны быть роды в Майами, куда уехала девочка, готовилась со мной, она доготовится дальше. Мы будем взаимодействовать с той доулой, которая ее приняла в Майами. Такой интересный новый опыт. Вот вы сами доула, скажите, а у вас в природах была помощница такая или нет? Да, у меня трое родов, и все три раза у меня была моя любимая помощница в родах. И насколько необходима помощь, раз вы уже и так все сами знаете? Вы знаете, нужна помощь, нужна. Женщина зависимо, эмоционально ранимо. Несмотря на то, что мы готовимся к родам и осознаем свою ответственность, элементарно что-то подать, что-то унести, побыть в молчании или поговорить, когда есть необходимость. А что самое трудное в такой профессии? Самое трудное? Или все радостное? Самое трудное для меня, наверное, лично. Удерживать высокий уровень эмоционального, духовного состояния женщины.
не дать ей упасть, не дать ей потерять свою собственную гормональную поддержку. Наверное, из трудного я могла бы назвать еще непонимание окружающих происходящего. Почему? Это какое-то противодействие, не знаю, отцов, например, детей, они не понимают этой ситуации, или это власти, или почему, какие трудности существуют? Тут я не о себе лично хотела бы сказать. Как-то я, слава богу, получается ладить, и у нас протаренная дорога, мы очень дружим, сотрудничаем с перинатальным центром в Днепропетровске, с 56-й медсанчастью. Я бы хотела сказать о трудностях в других городах и, возможно, в других роддомах. Есть ситуации, когда доулу просто не пускают в сопровождение. Есть ситуации, когда женщина не может искренне обозначить, определить рядом с собой такую помощницу. И приходится говорить, что пришла сестра, хотя сестра через некоторое время оказывается мастерски готовящей, мастерски поддерживающей, мастерски профессионально помогающей. И понятно, что сестры не всегда настолько качественно, профессионально могут помочь женщине. И, наверное, есть большая трудность в этом, в том, что государство не настолько качественно поддерживает эту работу, деятельность. А на каком основании отказывают? Что вы не родственница, получается, или по какой причине? Женщина в свои роды имеет право взять с собой сопровождение. Сопровождение чаще всего оказывает кто-то из родственников. Чаще всего это муж, реже мама либо сестра. Есть роддома, в которых приветствуется такая поддержка, есть роддома, в которых эта поддержка не приветствуется. И, ну, дай бог, будем двигаться, будем внедрять эту профессию в Украину. Вы сказали, что лучше бы назвали города, в которых есть такая помощь. Да. Это какие города, скажите? Вот прям хочу сказать, в нашем городе 4 центра, готовящих к родам и сопровождающих в родах. У нас есть частным образом работающие доулы, и, слава богу, они есть, и женщины к ним обращаются. Киев, Одесса, Чернигов, Житомир, Ужгород, во Львове есть такие центры, Белая Церковь, Ровно, Ивано-Франковск, Новомосковск, Черкасы, Запорожье, Кривой Рог, Николаев, и, наверное, я еще не все города назвала. Я была бы рада, если бы у нас случилось чудо, и мы все собрались в единую украинскую ассоциацию ДОУЛ. У нас есть планы, и в мае этого года предстоит огромное событие такого республиканского масштаба. Мы собираемся на форум, первый в Украине ДОУЛьский форум. Это будет в мае, это будет большой задаток на творческую, личностную поддержку доульского сообщества для взаимообразования, для взаимопомощи и поддержки. Какой-то международный опыт перенимаете? Как-то, не знаю, может быть, на форум собираетесь пригласить кого-то из-за границы? Потому что там это более развито наверняка. Вы знаете, в наших городах, в разных городах Украины всегда отслеживается какое-то движение в мире. Все то новое, что происходит в мире, оно как тем или иным образом заходит в нашу страну. Одесса приглашает с других городов и стран специалистов. Киев, Днепропетровск. Мы всегда рады любым нововведениям. Я хочу сказать, что все события, которые происходят, они становятся сразу всем понятны, сразу всем ясны. Мы приглашаем друг друга на эти встречи, с удовольствием приезжаем. И вот ближайшие события, в Амстердам едут специалисты с Украины, с разных центров и городов. И это тоже очень радостно, приятно. Поздравьте, наверное, наших телезрителей напоследок с неделей ДОУЛ и с вашим, по сути, праздником профессиональным. Я хочу сказать, что быть здоровой, быть ответственной, быть взрослой очень полезно, очень выгодно для всей семьи. Если мы ответственно рожаем своих детей, то потом нам не нужно заниматься их здоровьем, их лечением. Мы тогда будем заниматься их просто поддержанием его хорошего, качественного, крепенького здоровья, которое закладывается с самых первых минут после родов.
Спасибо вам, Татьяна. Спасибо большое за очень содержательный, интересный разговор. В общем, с праздником вас, профессиональным, успехов творческих и профессиональных. Спасибо вам большое. Спасибо. А мені лишається побажати весни, краси, кохання і здорових діток усім жінкам. З вами була Юлія Бублик та Тетяна Корнієнко. Щасти вам!